Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжим родить игру по названием Грешник, или... как она там называется? Bless Missile. Да, как-то так. Окей, так, тут с кем-то время. На прибудет сердце печали кающийся. Добро пожаловать в Альберту. В убежище скромного братства целителей ран. Целователей ран? Немного осталось тех, кто еще способен. Меня зовут Терса. Мало осталось тех, кто еще может заботиться о больных и страждущих. Благочестренные поцелуями, благословения, мы раны тех, кому нужно защитить, так, кому нужна защита наша, и не приходит к нам смерть воли и чуда. А, да, там я вижу, там целуют. Серьезно, они целуют? Время вне этих стен течет странно и не должно узреть мы закатов. Но если следует путь, показывает твоего, окажется под темным небом, принеси нам доброту свои трав для притираний наших. Волею чудо знаешь ты, что нам нужно. Окей, я понял. Гой попытай. Блин, вот минус то, что я не могу сразу, типа, схватиться. Так, тут есть проход? Нету. А мне нужно, то есть, до конца залазить, и это немного так. Вот что это? Давайте я попробую. Ну, блин, я говорю, я навряд ли достану. Не-не, не достать. Ну, мне нужно магию прокачать стрельбы, на самом деле. Фаланга пальца могильщика. Фаланга пальца могильщика Бреннуона. Бреннуон Джоша Малис за свою жизнь выковал сотни могил для друзей, родных и врагов. Но когда начался хаос, оказать такой же услугу ему оказалось некому. А, это кусочки как раз, да, я собираю? Они немного на другой похожи. Ой, как раз сразу этот посмотрю. Так, увеличивать защиту. Кающая ГВС. Хорошо. Шип. Меча. Ее сила протекает через перекрытие. Перекрытие, стены и потолки, нанося урон врагам кающая ГВС. Я понял, хорошо. Значит, я могу через стену атаковать, если вдруг что. Мышкой, я думаю, я могу... Пусто сожженной церквей. Так. А, то есть я только блокирую атаки. Ни хрена. Окей, буду знать. А есть смысл их трогать? Вот этих я, ребят, помню, да, эти были. Камни могу ломать, хорошо. Мне нравится анимация смерти. О, стойте, а я ж не проверил супер атаку. Так, и внизу есть проход, там как раз то, что мне нужно. Шарик. О, проверил. О, классно. Так, рывок. Нажмите Shift, чтобы уклониться от атак. Используйте уклонение, чтобы преодолевать узкие проходы, избегать вражеских ударов или проскальзывать мимо противников, не получая урона. Но извините, с шипами так не вышло. Шипы — это немного другое. А теперь, подожди, я так куда? Что за пятно? Подожди, пятно вот это. Так, легенда. Вина. Ну, у меня, типа, этот не потратился.
Типа душу мне не забрали. На что оно тогда влияет? Ой, так подожди, за это очень мало дают. А, вина это имеется в виду вот это. А, стой, я ж двигаться, да, не могу. Ну я понял, короче, лучше обычными атаками рубать, да и все. Блин, я просто вот тут предмет заманил. Не знаю, кто это, не хочу знать. Так, это я помню, да. Вот этих я не помню. Окей. Да, что-то изменилось. А где секретки? Они больше не показываются или мне самому нужно их искать? Так, церковь я помню. Я помню, что в церкви можно было... Там залезть очень далеко. Ну, очень мало душ на самом деле дают. Парирование это самое главное. Так очень мало, слышите, дают даже не по 10. Так. Итого у нас прохода 2. Да? Я тебе... О! А-а-а! Ни хрена себе. Так, у меня получается два прохода влево, либо сюда. А, там закрыто. Либо сверху, да? Давайте сюда. Ага. В чем здесь загвоздка? То, что меня могут выкинуть за, так сказать, туда. Ух, так это далеко. А, это было. Фигня в том, что далеко туда идти. Короче, что мы сейчас делаем? Я буду пытаться... Первый удар. Я сделаю мощный. Плохо то, что за то, что я с ними, типа, контактирую, мне наносится урон. Я думал, что там за баба сидит, теперь все ясно. Окей. Главное вовремя заблокировать.
Я хотел вот с ним посмотреть. Здесь, походу, добивание у каждого свое. Она, а что здесь было? Ага, тут выход. Не, мне все-таки туда нужно пройти, потому что там хранится то, что мне нужно. Не понимаю, почему эти на один удар. Вот это не на один удар. Что мы сейчас делаем? Смотрите. Заряжен атаку сейчас проведу. А, и все. Окей. Так. Язычок чего-то там. Язычок. Воззвание. При использовании язычка с некоторыми вероятностями можно получить слезы искупления, разрушая различные предметы. Указ его священства Эскрибар. И пусть будет им имя миропомазанный легион, сказал его святейшество. И пусть тело их под доспехами будет обмотано бинтами, и бинты пусть пропитаны будут маслом, а кое благословляет лично я. И пусть защищат они мать матерей, как я защищаю их. Окей. А за предметы считаются людишки эти? Как вы видите, при зачистке у нас все умирают. Я сейчас за такой, чтобы вернуться обратно, сохраниться. Потому что правильно, я сократил сокращение пути, открыл. То есть мне не придется столько морочиться. Плюс я могу прокачать урон в падении. Либо я могу насобирать тогда уже на следующее улучшение. Не, ну задники красивые. Типа красивые сделаны все. Да, здесь нужно по-любому метательное орудие. Потому что иначе тут никак. Я могу, в принципе, сходить. А, я там все равно проход буду внизу открывать, походу. Хорошо. Мы сохранились. Сейчас мы с вами двинем. Этого я не достану по-любому. А что он дает, подождите, мало этот? Просто как собираем предмет, да? Как в миноре у нас были эти монетки. Только в миноре было прикольно то, что я мог часто использовать. Подкат. Да. Тупой задник. Я посмотрел на задник, я вижу просто этот. Ступеньки, я пошел по ступенькам. Но, увы. Да. Увы, ступеньки не помогли. Но все равно мы сюда вернемся, к этому месту. С другой стороны, там у нас есть обход. А здесь я не помню, что у нас был. Челик, да, кажется? Или... Нет, там ничего не было. Так, иди сюда. Вот это, да, задник обманчивый. То есть, я думаю, это лестница, я еще пошел по ней. Так. Хм.
А, видите, этот одноразовый монстр. А эти их не ломаются, да, как я понимаю? Щиты. Видно. Ну, в принципе, то, чтобы по верху пошел, то, что я по низу иду. Почти ничем не отличается. Единственное, что здесь можно зарядиться и... Единственное, что я могу здесь сразу бы, ну, как вы видите. Ах, подожди, я... так я могу просто перепрыгнуть его. Так, головчатая кость, глашатая барокко. Что бы они происходили на главной площади, казни или телесных... А, наказание, барок всегда громко объявлял о них народу. Но его... Оно его голос слабел по мере того, как ему пришлось снова и снова объяснять приговоры членам своей семьи. Понятненько. Так, что там внизу? Отлично. А, туман. Короче, здесь у каждого, как я понимаю, врага есть свой смысл. Допустим, это забитые люди. Камнями забитые. Эти... Не знаю. Типа, ну я думаю, что у каждого врага есть, так сказать, свой грех. О! Ох, это было жестоко. Зато я узнал, как это. Так, здесь 4 у меня варианта. Ну, конечно, назад тоже как вариант. Опа, тихо, там что есть? А, это враг. Значит, там их не сейф. Тут самое страшное — это сдохнуть. Наверное... С падения я урон не получаю, да? Сейф. Сейф? А, помню, помню место это. Я могу вниз спрыгнуть. И внизу, кажется, тоже что-то было. Пещера. Если не ошибаюсь. Там мне только какой-то предмет нужен был, чтобы я мог ходить по воздуху. Там где-то... Вот, вы помните, мушки были в начале? Я вспомнил. Там, где эти мошки, нужно юзать вот этот специальный предмет. Надеюсь, не босс. Надеюсь, не босс. Я не готов. Там, где сохнут левые деревья. Я понял. Это у нас уже next локация, как вы видите, другого цвета. А, то есть я не могу, да, так? А вот здесь могу. И тут могу, ладно. Так... Сердцевины меча. Вы можете вставлять в Мия культа разные сердцевины, чтобы изменить его качество. Они дают могущественные возможности, но ничто не бывает бесплатно. Так, сердце добродетельной боли. Сердцевина меча
Священная защита молитвы можно вставить в Миокульта. Увеличивает время поддерживания. А что мне за это забирают? Так, сердце добродетельной боли. Труды и милость прискорбного чуда. Стих 2. Через трещины в стенах, который приобрел корни великое древо, задувал ветер. Он поднял пепел, который взмыл плотный серый блок облаком, покрыв мать матерей целиком, и погрузилась она в священную свинцовую тьму. Земля задрожала, и из глубины пепельной горы раздался ужасный крик. А потом еще один, и еще, и еще. Гортанные вопли, звериный рык, чудовищные зазывания. Но страшнее всего был один голос. Голос старика, который звучал так громко, словно его издавала глотка великана. А почему я использовать не могу? Алло. Видите, туман он убивает, поэтому лучше не надо. Но здесь тоже нужно метание научиться использовать. Ох, вот это было опасно. Так, блин, мне где-то на самом деле сейф лучше найти. Давайте я, наверное, сюда в эту дверь пойду. Поищу, где можно сохраниться. То я, кажется, отличу потом. Так, это я знаю. Отлично. Мы можем пойти сюда. Как вариант. То есть... У нас не так много вариантов. Но там, кажется, должны быть призраки, если я помню трейлер. Там были призраки. Ой! Тихо. Палки. А что это было? Ясно. То, что я не смог упасть вниз, меня почти чуть не убило. Так, итого, что у нас было внизу? Внизу у нас был мост, а здесь проход. Пока что багов я никаких таких не замечаю. Пока что мне игра очень нравится. Вот плохо то, что за касание с врагом, типа прикосновение к нему, наносится дэмэдж. Так, предлагаю пойти к великану. Откуда мне знать то, что там внизу шипы? Я не знаю, может, здесь можно посмотреть вниз. Вот это я вот как раз не узнал. Пока что мы изучаем с вами локации и вообще мир. Погнали сюда пока что. По пути пройдемся. Единственное, что я этих могу ваншотнуть. Это радует. Довольно легко блокировать атаки. Типа при замахе блокируешь, да и все. Ой-ой-ой, вот это повезло.
вот это вот не повезло. Блин, я плохо сделал то, что я сразу не зарядил атаку. Вы же тогда типа привлекали врага, да, к себе? Вот душа, не тратится, то есть тратит только сильнее энергии, которую, можно сказать, даже не буду, может быть, даже использовать. Не, если, конечно, там не будет хила. Если хил будет, то, то, может, буду использовать. Пока что такое. Либо можем не тратить время на таких вот врагов, а просто их перепрыгивать. Ну, на вот этого ладно. Так уж и быть. Каменщиков можно и убить. А, смотрите, а это, видите, осталось. Ага. То есть то, что мы роняем, это остается. Отлично. Хорошо. Это очень хорошо знать. Я хочу сразиться с мужиком мост страсти господней. Блин, я не знаю, то тоже как бы у меня несколько вариантов, куда идти. То есть поверху я мог пойти, либо сюда пойти. И внизу еще что-то есть. А, еще тут что-то есть. Тут было у нас закрыто, поэтому я туда не мог попасть. Давайте пойдем налево. На этот раз я пойду в здание вниз. И можем, в принципе, посмотреть, сколько мне дадут. Подожди, сейчас у меня 77. Ну, десятку, короче, за такого дают. За тебя мне дают немного больше. 15, да? И это девушка, потому что у нее сиськи телепаются. На минуточку, да. На минуточку. Оп. Я не помню, что внизу. Вот, вот такая вот у нас церковь была. И вниз, кажется, можно было прыгать. Кто-то. Сестра моя, как и пророчила, кто-то идет в запретные врата. Кто-то алчу искупление и отчаяние от своего святого, что покойно хранится тут. Нет, нет, сомневайся во мне, я готов. Ты сейчас у нас сразиться хочешь? Сны о милосердии. Вы избавились от вины. А, что за вина? Типа здесь какие-то еще проклятия будут? О, все, вот эту локацию я уже припоминаю. Да, это было. Я помню, еще к мужику какому-то ходили. Так, здесь что? Светильче. Что я предлагаю, ребят? Я предлагаю вот такую вещь. Сходить сейчас обратно. В левую сторону. И спрыгнуть с моста. Если там шипы, ну, на шипы прыгну. Ладно. Ну, как вы видите, здесь не пусто. Ох. Бац, баночка. Вот здесь, да, тут смерть. А, видите, то есть... Подожди. А, я понял, ладно. То есть,
и смерть только здесь. И то туда можно пройти, там что-то валяется. Да, там что-то валяется. Ну, не знаю, если выбирать между вариантами, куда идти, я предлагаю... Право у нас большая территория, пойти влево. В левой стороне там что-то да и найдем. А в левой, скорее всего, тут тоже будет большой пространство, потому что я сюда все равно вернусь, как вы видите, здесь обвал. Погнали наверх. Так сказать, у нас с вами три варианта. Это раз локация, два и три локации. Так, здесь это у нас что? Там, где сохнут оливковые деревья. Мост страстей и сны о милосердии. И всего из этого можно, в принципе, выбрать логическое, это сюда идти. Так, а что у нас там было? Сердцевина, да, которую я почему-то не могу вставить. Может, мне... А подождите, может, это только это? Она показана, да, как сердцевина. А здесь мне говорят, что мне нужно кого-то убить. И, скорее всего, кого-то это... великаном. На картинках, я помню, здесь были призраки. В горах. Снаряжение. А-а-а. Окей. Так, фаланга пальцев могильщика. Лучевая кость поэта Хальзера. Труды поэта Джона Карла Хальзера, особенно поэма, так, «Красному листу», имели печальный посмертный успех. Эту поэму нашли рядом с его телом, придавленным упавшим деревом. Окей. Да, он цепляется, не скользит. Пусть сокрушается и уничтожит сердце безмолвного кающего. Ты стоишь перед останком Гемина. О, не бойся за меня. Мороз милосерден, ибо облегчает боль нашу и приступляет страдания, прежде чем оборвать жизнь нашу. Может быть, чудо, о коем говорят другие, пришло ко мне в эту железную могилу, чтобы снова и снова продлить мучения мои. В земле бесцельно держать ты в путь, туда, где обнимает в единстве замерзкий и горящий. Позволь попросить тебя, принеси мне несколько капель масел из олив, кои во время она росли, а не бледы древах сих, а кои умерли, обжигая лица благочестивных, добродушных до самого вершина. Ибо последнее желание, пока не настал конец мой, ощутить боль сию. Возьми. Пустой золотой наперсток. Достанет окончанная рука моя еще одной ветвью иссохшей оливы сии. Торопись, я все еще слышу зов. А я вот, знаете, что видел? Когда челик один проходил, короче, здесь проходил, такой бежал. И он был замерзший, с ним нельзя было поговорить. Скорее всего, из-за того, что я вставил сердцевину, слышен гигант стал. Так, шип, пустой золотой наперсток. Украшенный золотой наперсток с надписью «Лишь холодное злато может нести масло искупления». Окей. Значит, нас попросили принести ему что-то. Вот эти грешники. Ну, как вы видите, вот у него... А. Я, короче, заметил только что на часах, что уже... 35 минут. Поэтому давайте вернемся сюда. Я сниму этот.
А ну-ка, кого попробуем. Мы все равно сохранились, да? И посмотрим, теперь великан активен или же нет. Но мне предлагает... Ладно. Я не понимаю, как они вообще работают. Можно вставить мою увеличить время. А, тю, это же точно защита. Да, он, видите, дольше немного держит. Ладно. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.